Жилье для российской семьи – федеральная программа, реализующаяся в Ульяновской области с 2014 года. Проект позволяет определенным категориям граждан в возрасте от 25 до 40 лет претендовать на приобретение жилья на льготных условиях – всего 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Плюс ко всему, участники получат ипотечные кредиты с пониженной процентной ставкой. Ульяновцы смогут не только купить жилье за доступные деньги, но и поселиться в новых микрорайонах области с развитой инфраструктурой. На сегодняшний момент в списке участников программы 1902 человека. Из них 1320, где-то 1350 сейчас уже в работе, которые реализовали свои уже возможности. Наталья вместе с семьей подыскивает себе квартиру мечты, чтобы побыстрее заключить договор долевого участия в строительстве и как можно скорее переехать в новое жилье. Критерии отбора, признается девушка, у нее строгие. Важно все, от планировки квартиры до этажа. Очень давно хотелось найти себе жилье в новых комфортных домах, новых постройках. Вот. Не знала, как решать этот вопрос. Обратилась в нашу местную администрацию, где мне подсказали, что есть такая программа для поддержки жилья нового для россиян. Вот. Подсказали, какой пакет документов мне необходимо подобрать. Вот. Мы с мужем составили все и отнесли. Через некоторое время нам пришло извещение о том, что нас внесли в реестр. Программа «Жилье для российской семьи» продлится в Ульяновске до конца 2017 года. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.